Чего же она испугалась? Подожди! Злючки! Не могу! Я... Папочка! Я спрашиваю, где невеста? Выезжали один раз, но все равно вернулись и посещали цирк. Сейчас пришли в театр оперы и балета. Потому что надо, чтобы дети немножечко как-то отдыхали, потому что очень сложная ситуация вокруг. Поэтому театр дает радость. Все зависит от обстановки в городе. Если тихо на улицах, если нету таких канонад, не раздаются, то как бы залы почти всегда полные. Все полностью это дончане, да, наш театр, родные наши, все, которые здесь остались и